От христиан из разных стран мира к нам ежедневно поступают слова ободрения и поддержки. Благодарим за ваши молитвы. Особая молитва к Тебе, Господь, за церковь, где служение несет Максим Максимов, и за радио и телевещание телеканала CNL. Господь, Ты знаешь, сколько это служение служило Твоему Царству. Мы просим Тебя, приди, Господь, Твою помощью и помоги нашим братьям, и пусть проповедь Твоего Евангелия продолжается по всему лицу земли. Просим вас, продолжайте молиться.